Я не могу слезть, помогите мне! Тут не хватает на новую булаву. Эй, помоги! Отдай мне ошейник. Помогите кто-нибудь! Я помогу! Я доберусь до тебя, а? Где булава? Это ищешь? Забирай! Ты меня спасла! Меня зовут Зукипер, а тебя как? Я не знаю! Придумайте имя котику и напишите его в комментариях! Пойдем подлечим твою лапку! Вы пожалеете об этом! Вот твой новый дом! Мне не нравится! У меня нет другой коробки! А это что? Давай обустроим его для тебя! Вау, мне нравится! Но сначала вылечим лапку! Помощь уже тут! Полегче, ты плохой врач! Вообще-то у него лапка болит! Это все из-за ошейника! Котику нужно успокоительное! Я спокойный! Я так и знала! Нельзя обижать моего котика! А теперь вылечим лапку. Лапка теперь не болит. Теперь займемся твоим домиком. Мне нужно место для сна. И помыть лапки. Бррр, не люблю воду. Сейчас высушим тебя. Мррр, очень мягкое полотенце. Тогда из него сделаем лежанку. Сложим вот так. Придерживай здесь. Ага, держу. Скрутим и закрепим резинкой. Вот, держи. Бантик для красоты и готово. Очень удобно лежать. Теперь я главная грязнуля. Придется ее выкинуть. За мной! Ты куда? Лучше разукрасим майку. Отличная идея! Добавим ярких цветов. Дорисуем пару штрихов. Побольше блесток. Это отличная идея! Молодец! Спасибо! Перестань, это же не игрушка! Но у меня нет игрушек! Сейчас закажем! Какая игрушка тебе нравится? Мне нравятся все! Теперь подождем доставку! Интересно, сколько стоит этот ошейник? 10 000? Мне хватит на новую булаву! Прощай, старая! Не подскажете, где живет, Зукипер? Я не знаю. Зукипер? Это я. Я просто пошутила. Вы точно Зукипер? Эй! Теперь все складывать опять. Вот оно. Окей, распишитесь. Спасибо. Игрушки для кота. Получайте. Это отвлечет внимание Зукипера. А вот и игрушки для котика. О нет, котик расстроится. Дверь заклинила. Вот ты где! Попался! Отдавай ошейник! Опять эта злая леди! Он мой! Котик, я иду на помощь!
Делайт, опять ты? Она хочет меня украсть. Скажи чиз. Ты в порядке? Все игрушки сломаны. Не грусти. Из этого тоже можно сделать игрушку. Вот, держи. Вот так. Так весело. Это мне пригодится. Готово. Будешь играть, когда захочешь. Вау, супер! Поймал, не отдам! А как подниматься на второй этаж? О, есть идея. Это подойдет. Вот так лучше. Вы ничего не видели. Наверх будешь подниматься по этому. Вау, ты гений. Зафиксируем тут и тут. Давай разукрасим горку. Супер, эти штуки помогут покрасить все быстро. Хорошо. Это не то. То, что нужно. Вуаля, можешь подниматься. Крутой подъем. Ребята, поставьте лайк, чтобы котику было проще подняться. У меня получится. Давай, давай, выше, выше. Ура, я наверху. Умничка. Что-то я проголодался. Собирайся, мы идем в зоомагазин. Там я и украду золотой ошейник. Скоро ты будешь моим. Эй! Есть кто-нибудь? Это тебе не нужно. Что нужно такому милому котику? Еда. Нужен корм для котика. Окей, где же корм для кошек? Вот же он. Точно, спасибо. Давай купи мне эти мисочки, пожалуйста. Окей. Секунду, что это за ужас? Где? С котиком что-то не так? У него ужасный ошейник. Давайте заменим его на новый. Нет, скорее домой. Нет, спасибо, нам нужны только еда и мисочки. Ладно. Как скажете. Спасибо. Я украду этот золотой ошейник. И мы наконец-то будем вместе. Делайт! Тише! Не кричи так! Все пропало! Я останусь голодным. Вы видели, кто испортил наши покупки? И забрал мой корм. Напишите в комментариях, и мы его накажем. Куда насыпать корм? Точно. Это очень вкусно. Есть идея. То, что нужно. Это будет лучше, чем миска. Спасибо. Это очень вкусно. Это фото войдет в коллекцию. Я тоже проголодалась. Только не диван. Но мне нужно точить когти. Сделаем тебе когтеточку. Попробуй. Сейчас проверим. Супер! Нужно выманить котика из дома. Он попадется, и кулон будет моим. Попался? Отдай свой ошейник, а? Ты не котик. Да, ты права. Что за шум? Что за палка?
Угадай, что я нашла? Это что такое? Сори, я не мог терпеть. Это я виновата. Жаль, оно не исчезнет, как по волшебству. Вау! Кошачус Ластакус! Он настоящий! Я тоже хочу загадать желание. Хочу что-то крутое. Для чего эти штуки? Ой. Теперь не работает. Шикарно. Мои зубки снова чистые. Крутая штука. Класс, как я без него жил. А это массажер? Это все мое. Ты везде оставляешь шерсть. Нужно тебя вычесать. Фух, все. Я знаю, что с этим сделать. Готово. Примерим? Неудобно, я без них обойдусь. Это очень забавно. Посмотрим, кто сейчас будет смеяться. Что тебе от меня нужно? Теперь от меня не сбежишь. С тобой все в порядке. Я стану богатой. И что ты мне сделаешь? Ничего, так и думала. Прощайте. Ты в порядке? Да, но Делайт украла мой кулон. Главное, что ты в порядке. Наконец-то я тебя заполучила. Я влюбился с первого взгляда. Выходи за меня. Я согласна. Знакомься, твоя новая мама. Привет, я мисс Делайт. Я Китти Нэп. Вы подружились, отлично. Мне пора. Уходи. Собака? Ненавижу собак. Стой! Никаких собак в моем доме. Прощай, домик. Прощай, песик. Мам! Не обижай мою дочь. Ауч! Мое лицо. Ты больше никого не обидишь. Это мы еще посмотрим. Ты спасла нас. Я любил этот домик. Но мачеха разнесла его. Зря она так. Я положу ее на диван. Помоги. А из этого сделаем новый домик. Я расчистил место. Нарисуем новый домик. Я нашел карандаши. Молодец, Луи. Мне нравится. Отрежем лишнее. Ау! Готово. Я тоже так могу. Они восстанавливают домик для собаки? Я избавлюсь от собаки. Нужно соединить детали. Возможно, это вам поможет. Я хочу помочь. Она врет. Я принесла клей, инструменты и пакеты. Пакет? Пойдем погуляем. Помогите! Меня украла мисс Делайт. Ты слышала? Нет, пакет шуршит.
Отпусти меня, или я... Или что ты сделаешь? Вот это! Обожаю пакеты. Я тоже. А ты, Луи? Где Луи? Я с ней разобрался. Ты в порядке? Фу! Нужно сходить в душ. На чем мы остановились? Нужно все собрать вместе. Эти детали склеим. А эту прикрепим степлером. Выглядит неплохо. Он огромный. И похож на тебя. Теперь я приятно пахну. Держись, пес. Я отомщу тебе. Из чего сделать глаза? Может, из карандашей? Хороший мальчик. Вы ее испортили. Вам конец. Пылесос, спасайся! Нет! Теперь мы остались одни. Сделай что-нибудь. Я пытаюсь. Отстань, пылесос. Попался. Не трогай меня. Почему так тихо? Не трогай ее, песика. Но, пылесос, как вы? Сделай, как я тебя учила. Я еще вернусь. Спасибо, что спасли. А это нам пригодится. Сделали домик намного мягче. Даже ушки на месте. Это похоже на нос. Ты наш помощник. А под ушками можно хранить вещи. Поищу еще что-то полезное. Испортили мои вещи ради собаки. Ненавижу тебя, тебя и тебя. Это пригодится. Где ты нашел фотоаппарат? Нужно обновить фотографию в альбоме. Нужно еще подождать. Какие милашки. Надеюсь, это фото будет лучше. Что? Почему она на нашем фото? Я тоже теперь часть семьи. Тебе не место на фото. А может, это тебе не место? Я хочу, чтобы меня любили. Нашел такую штуку. Это мои вещи. Отлично. Пёсику пора погулять. Язык на месте. Комфортная лежанка тоже. Луи, как тебе? Я не могу. Не могу разобраться с управлением. Иди сюда, мой песик. Луи, ко мне. Ноги меня не слушаются. Ауч! Вот кто виноват. Нельзя издеваться над животными. Тебе идет. А теперь покрутись. Тело опять меня слушается. У нас закончился корм. Тогда прогуляемся до зоомагазина. Я вас везде достану. Привет, чем могу помочь? Нам нужен корм для этого красавчика. Самый вкусный корм. Хорошо. И пару игрушек. У тебя дома миллион игрушек. Будут тебе игрушки.
И возьмем эти симпатичные миски. Приходите еще. Стоять! Вы арестованы! Что происходит? Мы ничего не крали! Ваш песик отправится в тюрьму. Классная игрушка. Вы не крали, а он да. Луи! Это не я, меня подставили. Ты арестован. Но я не... Шучу, я не могу арестовать такого симпатяшку. Он больше так не будет. Стоять! Еще один вор! Это неправда! Я ничего не крала! Да? А это что такое? Так сильно понравилось, что забыла заплатить. Эй! Это штраф за воровство. Окей. Эти миски идеально подходят. Ага. Вкусно. Теперь можно поспать. Эй, кто будет убирать этот бардак? Тссс, песик спит. Тебе мешает, ты и убирай. Ах, так? Вы сами напросились. Приведи мне эту собаку любой ценой. Окей, Вас. Привет! Не против, если я заберу навсегда вашего песика? Да, конечно. Помогите! Навсегда? Верни мою собачку! Щекотно прекрати! Синяя мочалка, ты напросился! Он забрал нашего песика! В атаку! Прости, я не справился. Это был твой синий монстр? Нет. Да. Луи испугался. Еще как. Почему ты хочешь избавиться от песика? Я завидовала, что вам весело. Можем веселиться вместе. Правда? Можем сыграть в твистер. Я кручу стрелку. Правая лапа на желтый. Окей. Глайд, левая рука на зеленая. Есть. Мама, левая рука на шатер. Где он? Вижу. Что это за костюм? С тобой все в порядке. Добро пожаловать в мир цифрового цирка. Меня зовут Кейн, я здесь всем заправляю. Ты похитил нас. Верни нас обратно, а то я тебя... Полегче, леди, в цифровом цирке запрещены такие слова. Да? А такие? Так его... собака... Я забыла твое имя. Я тоже твое не помню. Сейчас дадим вам новые имена. Кингер? XDDCC. Ужасное имя. Давай поменяем. Так лучше? Лучше будет, когда мы уйдем отсюда. Уйти можно, только получив этот ключ. Отдай его, негодяй. Окей, только не нужно так кричать. И что нам делать? Кажется, нам сюда. Это не похоже на выход. Это больница. Не люблю больницы. А я панически боюсь врачей. Тебе повезло, что здесь никого. С тобой все в порядке. Больно. Эй, кому-то больно?
Это врач. Бежим. Сейчас я это исправлю. Кингер, помоги! Я не могу. Сейчас будет немного больно. Нет. Кингер, сделай что-нибудь. Я боюсь врачей. Нужно перебороть свои страхи. Хорошо. Держись, я спасу тебя, помни. Молодец, Кингер, а теперь освободи меня. Воу, у меня кружится голова. Сейчас я вылечу это головокружение. Помни, бери другой конец. Ага, поняла. Что? Получай, врач. Упс. Не трогайте меня. Ну и кто теперь боится? Пойдем отсюда. Спасибо, ты спас меня. Теперь ты не боишься врачей? Не боюсь, спасибо тебе за это. Как вам удалось выбраться оттуда? Ты же боишься врачей. Это помни, мне помогла перебороть этот страх. Что? Она не должна была тебе помогать. Посмотрим, что ты будешь делать без нее. Помни, нет! Я остался один. Я боюсь оставаться один. Что делать? Что бы сказала «помни»? Точно, я один, но я справлюсь. Нужно найти ключ. Тут нет ключа. Тут пусто. Здесь тоже нет. Ребята, помогите открыть дверь. Мне нужны ваши лайки. Нужно больше лайков, или я здесь застряну навсегда. Еще, еще. Мне нужно спасти «помни». Спасибо. Помни, я тебя спасу. Верни Кингера! Верни Кингера! Верни Кингера! Стоп! Давай я тебе все объясню на примере. Давай. Это ты, а это Кингер. И вы больше никогда не увидитесь. А это кто? Неважно. Я нашел тебя! Как ты выбрался? Тебе некому было помогать. Я переборол страх одиночества. Ах так, ты теперь ничего не боишься? Ничего не боюсь. Тогда мы будем работать с твоими страхами. С моими страхами? Ты что, боишься беспорядка? Да нет. Мне он нравится. Но родители постоянно заставляли убирать. Понимаю. Помни, ты где? Помни, почему тут такой бардак? Помни, кто это? Это моя мама. А ну немедленно все убери. Но ведь это не я сделала. А кто? Может, этот милый песик? Нет, я ни при чем. Значит, это ты виновата. Но это не я. Вечно ты кладешь все, куда попало. Помни, что с тобой? Я боюсь, что мама всегда будет недовольна мной. Исправь это, начни с малого. Точно, я могу все убрать, и мама будет гордиться мной. Да, я помогу тебе. Это сюда. Это я выкину. Это уберем. Что вы делаете? Остановитесь. Тут протрем. Готово, теперь дом не похож на свалку. Ты умничка. Я горжусь, что у меня есть ты. Ура! Я победила свой страх. Пошли, Кингер. Ау! Какая узкая дверь. О, нет, только не это. Я чуть не застрял. Где это мы? Вы в колледже, где учиться «помни». Нет, только не колледж. Меня там обижали. Не все же тебя обижали. Вот сейчас и узнаем. Посмотрите, кто это тут, это же «помни». «Помни», это твои друзья? Нет, давай уйдем. Мы же тебе говорили не возвращаться в колледж. Но я и не хотела, так получилось. Смотри, какой у нее прикид.
Да, она просто клоун. И даже без своего костюма. Да, они издеваются над тобой. Да, я боюсь им ответить. Ничего не бойся, я же с тобой. Хорошо, я попробую. Смотри, я помни, я клоун, ля-ля-ля. А ну отошли от нее. Какой милый пёсик. Мы почти даже испугались. А стоило бы, он меня отлично слушается. Кингер, накажи хулиганов. Продолжите меня обижать, я выложу фотку в Инстаграм. Мы больше не будем. Спасибо за помощь, ты просто чудо. На один страх стало меньше, а на один ключ больше. Мы победили все твои страхи, и вот награда. Это не награда, это проклятие. Ты победила свои маленькие страхи, но этот слишком сильный. Тебе с ним не справиться. Я думал, я много чего боюсь, но ты боишься даже смеха. Я боюсь не смеха. Но в цирке есть только смех. И клоуны, которых я до смерти боюсь. Привет, помни, ты все еще боишься меня? Не подходи ко мне. Бу! Я уже научилась защищаться. Получай! Кажется, это не помогает. Помни, давай поиграем. Бу! Нет, я не хочу. Стоп, тайм-аут. Нам нужно кое-что обсудить. Окей. У меня есть идея. Я слушаю. Если он хочет сыграть, тогда пусть играет в нашу игру. Кингер, ты гений. Помни, время вышло. Я согласна. Отлично. Но помни, предлагает игру. Шикарно. Сыграем в красный цвет. Давай, я знаю правила. Зеленый цвет. Красный цвет. Сейчас я тебя поймаю. Зеленый цвет. Красный цвет. А, он так близко. Сейчас ты скажешь зеленый цвет, и я стану еще ближе. Точно. Что ты делаешь? Ха-ха-ха. Ну и кто теперь смеется? Помни, ты меня обманула. Спасибо, что помог. С меня вкусная косточка. От косточки не откажусь. Похоже, мы выбрались наружу. Кажется, ты прав. Как ярко. Выключите этот свет. Ой, извини. Так лучше. Нет. Нет, 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 нет. Это сцена. Ты боишься выступать на сцене? Да, это ее самый большой страх. Да, больше всего боюсь, что у меня нет никаких талантов. Этот страх тебе не перебороть. Нам нужно шоу. Видишь, они ждут шоу, но я бездарность. Неправда. Может, ты хорошо поешь? Я попробую. Ми-ми-ми. О, это ужасно. Вот видишь. Может, ты умеешь играть на скрипке? Я попробую. Прекрати. Я больше не буду пробовать. Тогда я тебе помогу. Повторяй за мной. Вау, класс! Супер! Им что, нравится? Да. Помни, получает награду за лучшее выступление. Спасибо. А вот и выход. Пошли. Я потом догоню. Тут очень крутая тусовка. Окей, до встречи. Смотрите, кого я нашла. Привет. Какой миленький песик. А тебе нравится песик? Ага, прикольный. Я не люблю собак. Кажется, ты ему понравился. Молодец, что забрала его с улицы. Смотрите, что он сделал. Ого!
ты опаздываешь в школу. Присмотришь за ним, пока я не вернусь? Конечно. У-тю-тю. Это что, вкусняшка? Вау! Веди себя хорошо. О, боже, где песик? Найду его по следам. Он был тут, пошел туда и остановился здесь. Ты не видел, куда пошел песик? Он укусил меня и убежал туда. Нашла. Зачем ты спрятался? Я запачкал дом и побоялся, что меня выгонят. Ты прав. Грязным собакам не место у нас дома. Он же не специально. Мы тебя искупаем, и проблема решена. Ура, купаться! Не решена. Дом все еще грязный. Вот и прибери все. Почему я? Я занята мытьем собаки. Я еще больше ненавижу эту собаку. Начнем. Какая теплая вода. Возьмем шампунь и хорошенько вымоем тебя. Я так приятно пахну. Я так приятно пахну. Не забудем и про ушки. Как теперь меня слышишь? Слышу отлично, мэм. Супер, дай 5. Да, когти тоже подрежем. Нельзя грызть ногти. Теперь нужно тебя высушить. Мне нужно здесь убрать. Не сейчас. Не видишь, мы заняты. Я мешаю, потому что он все запачкал. Что ты наделал? Я не специально. Он не откроется без лайков. Пожалуйста, поставьте лайк, чтобы спасти собачку. Помогите, мне очень страшно. Не получается его сломать. Скорее ставьте лайки. Еще немного, и мы тебя вытащим. Мне страшно, поторопитесь. Осталось совсем чуть-чуть. Спасибо. Вы лучшие зрители. Все хорошо? Да, просто испугался. Я тоже. Не подходи, лучше убери бардак. Нужно будет еще раз тебя помыть. Ура, еще раз купаться. Все начинать сначала. Ну, держись, песик, ты сам напросился. Сделаем перерыв на ТикТок. Опять разрядился. Где моя зарядка? Отлично. Почему не работает? Ну, держись, зубастое чудовище. Выглядишь шикарно. Правда? Да. Давай покажем Энди, но сделаем сюрприз. Залезай. Кортни! Где это маленькое чудовище? Какое чудовище? Собака. Он погрыз все мои кабели. У него режутся зубки. Теперь мы это знаем. Где пес? Я сейчас не знаю, что ему сделаю. Не сердись. Может, это поднимет тебе настроение? Это мне? Интересно, что внутри? Привет, как тебе мой костюм? А как вам его костюмчик? Это униформа полицейского, как в щенячьем патруле? Ага. Ага. Отлично, офицер, арестуйте себя за погрызанные провода. У меня растут зубы и хочется все грызть. Ты сам слышал, он не специально. И я не смогу себя арестовать, это только костюм полицейского. Правда он, милашка?
Я знаю, где ты можешь найти настоящего полицейского. Добро пожаловать обратно на улицу. Нельзя выбрасывать животных на улицу. Заходи обратно. Энди пошутил. Я больше так не буду. Прости, что погрыз провода. Не прощу. Отойди. Все еще не люблю эту собаку. Эй, не толкайся! Прекрати. Фу, Кортни, скажи ему. Оставь его. Больше меня не обивай. Такой маленький, а кусает, как акула. А это что такое? Ура! Выпал молочный зуб. Кто это? Привет, я зубная фея. Давайте скорее, сегодня много дел. Вот его зуб. Вот твоя вкусняшка за твой зуб. Вкусно, спасибо. Хорошего дня, пока-пока. Пока! Не знал, что у собак своя зубная фея. Я тоже в шоке. А зубная фея еще вернется? Примерно еще раз 20. Круто! Как я могла забыть? Нужно было сразу это сделать. Что? Нужно придумать тебе имя. Круто! У меня никогда не было имени. Как насчет Чарли? Или Майло? Трудно выбрать, оба прикольные. Как насчет Вонючка или Убийца проводов? Тебя не спрашивали. Убийца провода... Нет, слишком длинная. Ну тогда пусть будет Купер. Все имена такие классные, мне тяжело выбрать. Мне тоже. Напишите в комментариях, какое имя выбрать для собаки. Кажется, кто-то проголодался. Пошли со мной. Вот здесь всегда будет еда и вода. Правда? Как вкусно. Не торопись, никто ее не заберет. Кажется, ты начал линять. Ага, у меня так два раза в год. Наконец-то появилось время на отдых. Опять шерсть этой собаки. И тут эта шерсть. Ладно, уберу ее после того, как поем. Да, она везде. Кортни! Шерсть собаки по всему дому и даже в сэндвиче. Поэтому нужно избавиться от этой собаки. Я никуда не уйду. Или можно просто его вычесать. Помогай. Это даже успокаивает. Почти как медитация. Мне тоже очень нравится. Откуда у маленькой собаки столько шерсти? Сама не знаю. Вроде бы это все. После таких процедур опять хочется есть. Может, будем продавать шерсть? Есть идея получше. Да, я попробую. Оказывается, это весело. Вижу, тебе начинает нравиться быть собачником. Что? Нет. Тебе показалось. Кое-кто сегодня проснется на улице. Стоять! Ты же не собираешься выносить песика на улицу? Нет, я хотел показать, что ты не заботишься о песике. Это я не забочусь. У песика нет домика, ему приходится спать на моем худи. Это правда, у меня нет своего места. Я что, правда плохая хозяйка? Прости, я сейчас. У тебя будет домик. Пора бы уже. Фух, чуть не попался. Алло, мне нужен домик для собаки. Так быстро. Вау, вот это сервис. Куда поставить домик? Сюда. Вау, он такой огромный и весь мой. Да. В подарок идет эта игрушка.
Класс, у меня такой никогда не было. У вас милый песик, можно погладить? Да, конечно. Где расписаться? Вот здесь. До свидания. Получай, Кость. На еще, получай. Тебе понравилась игрушка? Да, жаль, она только одна. Это можно исправить. Энди, присмотри за собакой, я скоро вернусь. Почему ты не хочешь, чтобы я остался? Ты все грызешь. Я больше не буду так делать. А твоя шерсть даже у меня в карманах. Если угостишь меня этими вкусняшками, я буду самым послушным псом. Тебе такое нельзя, может стать плохо. А теперь уходи. Я только попробую и все. Где моя еда? Что-то мне нехорошо. Ты съел целое ведро? Я не мог остановиться, так вкусно. Тебе может стать плохо. Со мной ничего не будет. Ой, что-то темнеет в глазах. Нет, я тебя спасу. Это ветеринар, срочно приезжайте. Видели, как быстро она приехала? Что с ним? Он съел ведро крылышек. Нельзя давать животным человеческую еду. Не будем тратить ни минуты. Мне становится хуже. Нужно стабилизировать его состояние. Я больше не буду тебя выгонять, только выздоровей, пожалуйста. А вот и я. Что происходит? У нас все хорошо. Мы спасаем вашего песика. Что ты с ним сделал? Ничего, я почти не виноват. Скорее, мне очень плохо. О, нет. Спасите его. Нужно его реанимировать. Вам лучше это не видеть. Мой песик. Все будет хорошо. О, нет, лекарство закончилось. Вы не сможете ему помочь? Что же делать? Срочно купите его в аптеке.